Знаете, какая бы эта игра была, не была бы атмосферной, но она все же остается довольно криповой. Ну что, ребят, Сандрас, всех приветствую, мы продолжаем проходить Hellblade. Если не видел прошлой серии, ссылка в описании на плейлист находится, да, и в правом верхнем углу на прошлую серию и на плейлист подсказочка. Вот, посмотри с самого начала, тебе будет понятнее, что происходит, и вообще, знаешь, вникнешься в эту атмосферу вообще. Вот, игрушка прикольная, реально атмосферная. Поэтому приятного просмотра, ребят. Саша, потом давайте пройдите обязательно. Приятного аппетита, курс прям чипить, кофе пить или пить АВД, приятного просмотра. А мы, собственно, начинаем. О, привет! Так, может, теперь мы остановились здесь, собственно. А где они? А. Ну да, повторим, посмотрим сейчас, что. Короче, мы взяли меч. Сейчас увидишь сюда, в дереве меч. Видишь, где вот, видишь, вот эти деревья, видишь, эти столбы, да, стоят? Они засветились, короче, нам нужно пройти с тобой испытание. Одино, чтобы получить меч, потому что меч расколот на несколько, как говорится, на несколько металлических частиц. И чтобы их собрать, нужно пройти все испытания. Блин, меня очень смущает, что я просто так, что ли, сражался с этой тьмой, что ли, в прошлых сериях. Что вот видишь, прям вижу, жесткая тьма пошла вверх. Такое. Давай сейчас посмотрим, чего бы нет. Если я не буду рассказывать то, что я вам рассказал сейчас до этого, вообще, в принципе. Вот про эти я говорил с тобой, видишь, вот они. Ну, панель к этому сразу. Дико бломка, металл. Панель сразу сюда. Собственно, вот они, эти испытания, нужно их пройти. Интересно, что сейчас будет. Король Севера приказал гному выковать для него меч, который никогда не сломается, никогда не заржавеет, сможет рубить равно как железо, так и камень, и приносит владельцу что-то там, пользу. Но злые гномы наделили меч проклятием. Кто-то должен умирать каждый раз, когда меч вынимают из ножен, и от него же погибнет сам король. Слушай, я расскажу тебе о мече по имени Тюрфинг. Где она? Все как-то не так. Погружается все. Ну, добрый вечер, да, где там вообще? Где мы теперь? Могильного Кургана? Удивительно. Люди прилагают столько усилий, чтобы хранить мертвых, а ведь... это нечто обыденное, неизбежно. Как будто все сговорились предать смерть, потому что другого ответа у нас на нее нет. Forces itself onto our friends or loved ones. Then comes the reckoning. Ты напоминаешь мне историю, которую рассказывает Северяне, что там. Она была диким. Бля, можно заново? Подожди. Сынок, ты напоминаешь мне историю, которую рассказывает Северяне, где о девоительнице. Хервор была дочерью Берсерка, она родилась уже после смерти отца.
Она была диким, своенравным ребенком, и сама научилась владеть оружием. Когда она узнала, где похоронен ее отец, главным желанием девушки стало получить похороненное вместе с ним, с ним сокровище. И прежде всего, меч Тюрфинг. Хорошо, понятно. Интересно, интересно. Интересно, интересно, что тут будет. О, смотри, вон то дерево, видишь? Вон то дерево. Вон то дерево, видишь? Вон оно. Вон то дерево. Понятно. Есть два варианта, чтобы с кем-то будем сейчас биться, либо все-таки будет какие-то загадки будут. Либо то и другое. Я не знаю, правда, не знаю. Ну там дальше есть какой-то путь. Не, нету. Так, ну нам, собственно, вот сюда с тобой идти. Не ходи туда. Заходи, возьми факел. Он поможет тебе, осторожно. Кто это? Диллиан, я здесь. Я пришла, чтобы пройти испытание. Когда мы впервые встретились, помнишь? Отец, вернись ко мне, не покидай меня. Так, нам не сюда явно, блядь. Нам с тобой обратно. Пошли, next. А могу сундук открыть? Яр. Знаешь, если какая-нибудь страшилка, тебе базар будет. Так, здесь тоже... А, это мой набрат. Обратно идем. Какая-то страшилка, реально, криповенькая довольно-таки. Хоть атмосферная, да, такая. Не хоррор игра, но криповенькая. Я найду его. Я слышу его. Ну, погнали сюда, сгоняем. Что это? Ты слышишь? Идешь не туда. Почему? Все туда, ёпта, видишь, мне еще расскажут историю еще одну. А вон, смотри. Видишь, белым помечены буквы? То есть это то, что мы просто прослушали, как раз таки. Хервер переодетым мужчиной присоединился к отряду воинов и вскоре стала их лидером. Когда наконец-то они приплыли к острову, где был похоронен ее отец, ее люди не захотели сходить на берег. Они говорили, что зло поселилось на острове, и что днем там было хуже, чем в некоторых местах ночью. Бесстрашная дева сошлась на остров одна. Повсюду она увидела могильные курганы. Над ними мерцали призрачные огни. Пройдя сквозь эти огни, похожие на туман, она подошла к могиле своего отца. Зато пламя, через которое прошел я, было очень даже настоящим. Так, интересненько, интересненько. Зря мы с тобой зашли. Не зря мы с тобой зашли. Все-таки. Не зря, не зря. Петра, ну давай погнали туда еще. Он снова с мечом будет говорить. Я слышу. Какой-то проход есть. Подойдя к кургану, Хервер обращается к своему отцу, прося его пробудиться от смерти и отдать ей меч. Она говорит, что не подобает мертвым прятать в своих курганах ценное оружие. Или курганах, курганах, наверное. Отец отвечает ей предостережением. Ты наклинаешь на себя беду. Недобрые руны окружают тебя. Ты сошла с ума, потеряла судок, твои мысли поспутались. Your thoughts are confused.
Будить мертвых живым опасно. Я ведь уже сказал, что она напоминает мне тебя. Понятно. Вот нам раскрывать по чуть-чуть, видите, главную героиню. Все-таки. Слышь, он становится громче, Дион, иди на голос. Подожди, а что там было? Давай-ка вернемся, ебаным, бля. Давай пошли посмотрим, может там что-то было там? Я не хочу ничего упускать. Что был путь вот сюда? Туда же, что ли, да, примерно? Ну да, примерно туда же. Найди другой путь, ты все делаешь не так, мысли ясно, что не получается. Так, мы только что, да? Да, только. Чего, блядь? Подожди, что, мы круг прошли? Вот смотри. Чего, блядь? Смотри. Иду и появляюсь все там же. Слушай, и лос, иди делом. Прикинь. Ну ладно, кругами начали ходить, хорошо. Хорошо, пошли, пошли, идем, идем, идем. Так, ну я бы туда сходил. А, ну там видишь тоже. Да ладно, то сходим, посмотрим. Туда пошел, блядь, или нет? Ищи подсказки. Зажги факел. Хорошо, зажгу. Ага. Маешь нам с тобой сюда. А там что? Подожди, а там что? Непонятно мне. Отсюда идет звук. Хорошо, пошли там посмотрим, что там. Блять, ладно, давай сразу сходим сначала. Посмотрим, правильно, зайдем туда, посмотрим. Хорошо, пошли сначала туда сходим, хорошо. И что она быстрее не идет? А она быстрее не идет вообще. Клетка. Чем заперто? Блять, я ж испугался. Его резко погас, блин. Потому что мы повернулись, короче. Нормально. Возменяется, он больше не похож на деревянный.
Нам не сюда, я. Но здесь вот что есть. Хервер не обращает внимания на угрозу отца. Наконец, курган открывается, и кажется, будто он весь наполнен огнем. И снова Хервор требует от отца отдать ей наследство, но она предупреждает ее. Он предупреждает ее, что меч проклят и станет бедствием для нее семьи. Но в конце концов он уступает и отдает ей меч. Он она покидает остров с мечом, но проклятие действительно тягает тело над ним, и смерть неотступно преследовала его много лет. Вот так вот, Сенео. Злодеяния отца обернулись проклятием для дочери. Интересно. Так, ну нам обратно получается с тобой. А что туда, что? Пам-парам, пам-парам. Нам с тобой вот сюда. Тихо. Хочешь, чтобы я его нашла? Без него я не могу. Что это там? Тайная комната? Как он туда попадает? Как он туда попадет? Сдавайся, голос. Это не Диллиан. Подожди, ёпта, не-не-не, подожди. Подожди, а есть опа. Подожди, а если мы пойдем сейчас туда, в ту сторону, к примеру? Что мы тогда с тобой? Понятно, что нам сюда, скорее всего, да? Так же, что изменилось? Еще подсказки. А, да, понял. Короче, это нас возвращает обратно. Окей, понял, все хорошо. Пиздец, озвучка, ебанешься, блядь. Атмосфера прям жуткая, жутко чуть-чуть. Щиты, щиты, видите, по счетам ориентируюсь, что? Он хочет, чтобы я встретился со своим страхом. А, давай только не страшилку, пожалуйста, не хочу. Отец?
Я ухожу. Я решила. Думаю, так для меня будет лучше. Это тьма говорит за тебя. Нет, отец. Нет, отец, это я говорю. Думаю, я справлюсь. У меня есть свой путь. Я вижу тьму в твоих глазах, дочь. Мальчика? Сына, можно. Но... Он говорит, я могу стать нормальным. Нормальный? Да. Него мальчик тебя не спасет. Когда он видит, как в тебе расползается гниль, он отвернется от тебя. Только боги могут целить тебя моими руками. Ты никуда не пойдешь. Ты не можешь. Не можешь быть с вызовом богам. Суждаем такое, суждаем. Пойдем, дочь моя. Возьми меня за руку. Пойдем. Сама. Нет! Я ухожу. Тебе не сбежать, дядь мой. Из твоего проклятия все будут страдать. Твоя рука обогрит кровь. Так, одно испытание мы с вами прошли, собственно, да? Это еще не все. Всегда нужно сделать что-то еще. Ты сможешь продолжать? Конечно, смогу, ёпта, ты что, во мне сомневаешься, я не пойму, блядь. Давай здесь то, что есть сейчас, пройдем с тобой. Вон там еще дальняя есть. Как раз таки. И вот тут еще. Давай дальнюю сначала вот тут пройдем, чтобы туда не возвращаться, да? Здесь вроде больше столбов этих нету. Не, нет. Некогда я видел, как чума обрушилась на ледяные северные земли. Бедствие было ужасным, даже самые древние старики не помнили ничего подобного. Люди умирали сотнями. Болезнь унесла почти всех, кто был моложе 40 лет, и многих стариков. Бывало, что умирающие больные женщины рожали детей, и дети, появлявшиеся из их чрева, тоже не несли на себе знак. Прогружается. Где мы? Здесь так жутко, здесь воняет. Что это за место? Наверное, сражаться ни с кем, кстати, тут так и не будем. Мне так кажется. Потому что у нас меч по факту сломан. Через дом идти. О, это испытание. Как старое воинское испытание. Где не поможет мне. Запах гниения. Она почти чувствует его на языке. А ты чувствуешь? Нет? Не беспокойся, его ощущают не все. Был теплый весенний день, она отправилась к реке вместе с Дилан и остальными. Но вода. Она чувствовала вкус гниения. Только она, больше никто. Она была уверена, что что-то было не так. Что-то дурное. Она умоляла их уйти оттуда, но они только посмеялись над ней. Но вскоре начали умирать люди. Больше никто не смеялся, они поняли, она не такая, как они. Что это такое? Словом, почини его.
Подожди. А, ебать. Все, понял, что менять. Думаю, мост построят, ну ладно. А как? Не всем понимаю, как мне туда. Чего, ёпта? Дождик. Что-то я не совсем понимаю, как мне туда пройти. А, ну. Нет, не, а. Как мне туда пройти-то, ёпта? А как мне пройти-то, ёбаный? А, ну все, 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 вижу. Могу тут спрыгнуть? Нет, нет, не могу, блять. Осуждаем, осуждаем, что. Что? Дело захотелось? Нет. Ну, ты видел? Говорю, нет. Опять эта тема. Да. Так, подожди, может сзади дома? Сюда. Поехали, чё. Сенуа. Иди ко мне. Где ты? Right, я тут, я здесь рядом, а ты где? Сюда, выходи. Теперь они рассказывают о полумесяце смерти. Свет в форме полумесяца появляется в доме и скользит по его стенам. Стенам. Но же сам видел полумесяц смерти на ферме. Первый умер пастух, потом как там умер гость, потом шесть его помощников, а потом и сам фермер. И шесть его людей утонули в море. Осуждаю, осуждаю. Но это еще не конец. Мертвые вернулись, чтобы преследовать живых. Если ты увидишь полумесяц смерти, берегись. В этом доме будет смерть. Осуждаем, осуждаем, блядь. Осуждаем нахуй, ёпта. Осуждаем, блядь, осуждаем. Опа, вот они, они опять печати. Так, ну поехали, чё. Что за звук? Где мы? Кто зовёт? Дилян, они идут за мной. Кто они? Это Дилиан? Это не Дилиан. За первым мы нашли. Члену. Где еще ноутбука, короче, искать? Вон он, вижу, 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 вижу.
Жаль. Все, что тебе будет. Где еще одна, ёпт? Бля, я скоро запутаюсь в этом во всем, блядь. Понял. Извиняюсь, никуда. Так, здесь у. Бля, сейчас я запутался, где я нахуй вообще. Бля, где-то там сбоку, да? Блять, куда огонь ебашится нам, блять. Такое нахуй. Ну и все, вот так вот. А где еще-то, ёпта? Ну понять просто. Куда нам идти, блять? Нет. Убираться, ну давай, давай, давай. Все, до задания, блядь. Трэш. Полный трэш, блядь. Сэнуа! Сэнуа! Что случилось? What happened? They're blaming me for the plague. They say that I'm cursed. What if they're right? How would they know such a thing? Are they gods? None of us are. They're just people. Good people, but they're scared. Они боятся того, что не могут видеть, как дети, которые боятся темноты. Поэтому они и выдумывают истории, чтобы заполнить пустоту. Но твои истории не превращаются в правду. В общем, я включил группу, я забыл включить запись. Вот, посмотрел, у меня здесь не запись. Еще он там сказал, что собственно, не слушаю тьму и тому подобное. Она, ну, там последний, да, то, что он сказал там, челик вот этот. Она сказала, что без него тьма, ну, ее, типа, это, сделала другой. Ну, ладно, уже до конца вот все эти столы пройдем, я думаю, на этом закончим. Я хочу сказать тебе историю о боге Северян по имени Бальдор. Он был вторым сыном Одина, и был он красив, добр и мудр. Всем он был хорош, хорош чертами, говорил хорошие слова, хорошо судил обо всем. Он был светел, и от него исходил свет, говорил о нем только доброе. Но умер он первым из богов. Такое.
О, опять челик. Тут то есть заходит, мы рассматриваем, такой, ёбан, что делать? Какой красивый вид. Испарился нахуй, понятно. Маска какая-то, смотри, маска. Что она видит? Нормально, блядь. Ну, то, что нам нужно было, да? Смотри, пришли вообще ниоткуда. Мост не сломан. В этом мире он цел. Это правда. Что правда, то правда. Слушай. Что? О, давай слушаем. Северяне рассказывают такую историю о смерти Бальдра. Все началось с мрачных снов. Ночь за ночью Бальдру снилась его собственная смерть, и боги стали бояться за его жизнь. Поэтому мать Бальдра ставила все существующее на свете: огонь, воду, железо, камень, землю, дерево, животных, птиц, змей, яды, болезни. Поклясться, что они не причинят Бальдру вреда. Одно с другим проносили все клятвы, и мать Бальдра стала хвастом. Ни оружие, ни дерево не принесут ему вреда. Только Локи, отец Хелы, повелительница мертвых, был недоволен. А, и закончилось. Но на самом интересном, вот... Как в кино, как в сериалах, знаешь? Подожди. Есть дверь, да, у нас? Подожди. Знаешь, что я понял в этой игре? За прохождение этой игры. Не нужно никуда торопиться, вообще никуда. Не нужно торопиться. Так, ну этот, скажи, заперто, да? Ну да, вон цепи, я вижу. Ну дверь там, скажи, тоже заперта, поэтому, ладно. Поэтому пошли все-таки с тобой внутрь. И где мне ее найти, ёпте? Сейчас проверим с тобой. Пошли по мосту, если что-то пройдем нам насквозь. Нет, где-то там. Где-то там. Где-то здесь печать. Знаешь, я думаю, надо, скорее всего, маску снова фигануть. Я аж прав. Да. Значит, видишь, нигде нету. Но обычно такие типа буковки улетают красненькие, идут около нее. Значит, нужно снова в маску. И потом уже все делать. Где? Где-то здесь что-то.
здесь ничего нету. Я был прав. Что-то маска. Подожди, ты ёпта мать. Подожди. Конечно, нужно с тобой распечатать эту херню. Ну, будет это тупо, конечно, будет. Ладно, пошли тогда с тобой вот сюда. Может быть, здесь что-то интересное есть? Нет, нет, к сожалению, нету здесь ничего интересного. Конечно, нам нужно к той маске, да. На всякий. Пошли к той маске, чем? Думал, скрылённые деревья. Да. Ну пошли, ладно, пошли. Идем в другой мир, он в темный мир. Как когда-то мир оказался таким простым? Белый, черная тьма и свет. Но между ними тонкая черта, которую мы придумали сами. Дилин учил ее смотреть дальше, проглядывал сквозь трещинки, видеть огромный красочный мир, свободный от мрака. И Синоа исследовала новые пути к неизведанному. Где, где, блядь? Бля. Do you remember meeting him beneath the tree? Добрый вечер. Ну, там мы не сможем подняться, да, послушаем хоть вот эту тему. Боги радовались, веселились, развлекались тем, что бросали в Бальдра копии камня, били его мечами и топорами. Но что бы они ни делали, ничто не приносило ему вреда. Боги не уставали поражаться этому чуду. Тогда Локи превратился в женщину, спросил мать Бальдера, правда ли, что все в мире поклялись не причинять ему вреда? Я не просил клясться маленькому Амелу, призналась мать Бальдера. Я решила, что она еще слишком мала. О, боги. Мне вот очень интересно, что там.
Ну, здесь, конечно. В этом мире. Ну, понятное дело. Видишь, здесь вот все радостно, да? Все вот так хорошо прям. Все красиво, реально, вот все, видишь, красиво. Ну, вот, смотри, просто реально, ну, все хорошо здесь, все хорошо. А здесь прям того рот просто. Пара-пара-пам, ёпты, все. Так, послушаем. И Локи сделал из-за милы дротика и пошел к богам, которыми тали в Бальдор разные вещи. Там был и слепой бог Хёд. Локи спросил его, почему он ничего не делает. Хёд ответил, я не вижу, где стоит Бальдор, а даже если бы я мог видеть, оружия у меня все равно нет. Локи ответил, вот тебе дротик. Я скажу тебе, где он стоит. И Хёд метнул дротик из-за мела в Бальдора. Дротик пронзил его, и ко всему общему ужасу Бальдор был убит. И зато был убит и Хёд. Такое, блядь. Блять, прям ебать, прям передо мной нахуй говорит, блин, как будто вот около меня сидит и говорит, банешься. Так, ну там и дальше наверх можно пройти. Так, давай послушаем дальше. Давай, next. Северяне рассказывают о том, как боги горевали о Бальдоре. Его тело хотели сжечь на корабле, но корабль был слишком велик. Боги не сумели толкнуть его в воду и послали за великаншей. Она прискакала верхом на волке, газюки были ее вожжами. Великан столкнул корабль с Бальдором в море с такой силой, что земля стряслась, а катки, бывшие под кораблем, загорелись. Когда жена Бальдора увидела, как его тело несли на корабль, ее сердце разорвалось от горя, и она умерла. Ее получили рядом с мужем, подожгли погребальный костер, чтобы отправить мертвых в Хель. И все же боги не пожелали смириться с его смертью. Интересно. Прошли годы, как она покинула отца. Она много тренировалась вместе с своим другом Дилином. И она видела вещи, которые больше не видел никто. Образы, формы, движения. Благодаря интуиции она стала исключительным воином. Дружба переросла в любовь, но тьма по-прежнему маячила где-то рядом. Так она оказалась между двух миров. Миром Зимбила и своего прошлого. И миром Дилиона, своего будущего. Двумя реальностями, раздирающими ее душу. Такое. О. Там тоже, видишь, маска стоит.
Ну, тебя возомнила, она не особенная. А где кто рассказывает историю? Тут же тоже должно быть. Алло. Да, классно, атмосферненько, да? Атмосферненько. Тогда кто-то с тобой. Около него. А где? Да, подожди, я буду послушать сначала его. Вот и мост. Так, а там ничего, да, не могу ничего сделать. Неа. Так, ну сейчас его послушаем дальше в историю, да, с тобой послушаем как раз таки. Сраженный горем, боги послали Хермода и Хеля, чтобы он просил ее отпустить Бальдера домой. Все боги плачут, сказал он. Правда? Спросила Хела. Посмотрим, правда ли они горюют. Если каждое существо в мире плачет его смерть, я позволю ему вернуться к богам. Но если кажется, что хоть одно существо, Бальдер останется у меня. Боги разослали посланника повсюду. Плачьте, Бальдер, плачьте, и он выйдет из Хель. И заплакали все. Люди, звери, земля, камни, деревья, металлы. Все на земле плакало, кроме одной великанши, которую нашли в пещере. Бальдер не был мне другом, сказала она. Пусть Хель останется то, что ей принадлежит. Северяне говорят, что на самом деле Локи превратился в эту великаншу. Интересно. He cared in a way that nobody else did. Ну что, ничего не появляется, получается, нам сюда с тобой вот сюда нужно. Look what happens to the things. Нет, подожди. А все вижу. Вон, я вижу. Надо оттуда, изнутри. Нам, собственно, в любом случае с тобой вот сюда. Вот так вот. Теперь обратно. Что, если все бесполезно? Смотри, он везде. Если боги врут. Давай, let's go.
Ну сейчас здесь мы можем пройти же, да? Я. Делиан! Let's go, ёпта! Let's go! Yes. Делиан never much cared for the underworld and looked dimly upon the druids like her father, Zinbel. I guess he took after his father, a chieftain who believed nothing he couldn't see, and he happened to be blind. She felt safe in Dillian's arms, learned to see the world through his eyes. And slowly, the darkness that had bound her so tightly began to unravel. Go to him. Go to him. That's it. Quicker. Quicker. Ну и что, что, что? Что ты, бля, поднял руки-то? Блядь. Ебать, испугался. Испугался, пиздец. Твой отец не может понять, что такое твоя тьма. Он не может смотреть на мир твоими глазами. Никто не может. Мой отец родился слепым, и он даже представить себе не может, что, на что похожа ночь. Это слово также ничего не значит для него, как слово «свет». И что же, если кто-то боится темноты, нужно ли излечить его от страха от дня зрения? Согласилась бы ты отдать тот чудесный мир, который только ты одна можешь видеть, чтобы избавиться от кошмаров? Может быть, такова цена за дар, данный тебе богами? Дар, который делает тебя не совсем особенный для меня. Это часть тебя, часть человека, которого я люблю. Я бежал от тебя в дикие земли, чтобы защитить тебя от своей тьмы. Потому что я люблю тебя. Но я только сделал хуже. Мне так жаль. Убить тебя было слишком просто, они крадут твои воспоминания. Так, ну шо, let's go, получается, нам. Все это ластовое. Северяне говорят, что их верховный бог Один отдал свой глаз, чтобы спить из источника мудрости, известного как Мимир. В слепоте может быть мудрость, только давая можно получить что-то взамен. Потому что я даю свою жизнь и беру тебе свою историю о северянах, Синуа. Понятно. Где я? Я ничего не вижу. Кто здесь? Ты меня слышишь? Делиан? Right, я здесь. Ты не видишь меня? Нет. Помоги мне. Дыши медленно. Спокойно. Очисти свои мысли.
breathe. Good. Then there is a way out. I can't tell where it comes from. Yes, you can. Так. Значит, какая-то страшилка будет, я тебе базарю. Столб. Так, где стена? Так, вот до сюда мы дошли. Хорошо, это стена вся. Еще одна стена. Так, бревно. Стена, стена. Другие. Голоса. Они исчезли. Я по-прежнему здесь. So и так тихо. So так темно. Okay. Все хорошо. Слушай свое дыхание. Вдох, выдох. Ну вот, на, ёпта, я вижу. Хорошо. Наблюдай за всем, что слышишь и чувствуешь. Пусть тебе это твое чувство. А, сейчас страшилка здесь будет, я тебя базарю. А что это за хуйня? Бля, мне здесь это увидеть. А где этот чел? Можно его послушать? Ну вот я вижу еще один выход. Огонь где-то, блядь. Я могу идти дальше. Делиан? Ищи дорогу. Я здесь тебя не оставлю. Ищи дорогу, охуенно, мужик. Спасибо, блядь. Ну ты реально натуре четкий. Натуре классно. Нам туда получается. Шо там, блядь? Мне вот ничего вообще не видно, честно говорю. Что здесь? Здесь стена. Хорошо. Допустим. Огонек. Ну куда-то вышли. Сюда же она смотрит. Кажется, теперь я в другом месте. Ветерок пропал. Используй свои чувства, пусть мир говорит с тобой. Что ты слышишь? Воду, ебать. Жесть. Я дошла до воды. Хорошо. Ты и есть вверх. Выход, иди вверх по течению. Мне так жаль. Я думал, что все в остальном прошлом. Все с прошлым. Не надо жалеть. Это не твоя вина. Он был прав. Ведь все это во мне. И мне этого от этого не избавиться. Сенуа. Мой отец. Но он был великим воином и мудрым человеком. Но он говорил мне, что самые тяжкие битвы ведутся разумом, а не мечом. Но мы вверх по этому, по течению. Ты смело, ты сказал, что ты блядь в пизду. Это не твоя битва, ты не должен мне помогать. Нужны такие, как ты. Понятно. Знаю, о чем ты думаешь?
На самом деле его здесь нет. На самом деле, мне кажется, в этом месте от прошлого не деться никуда. Так что ей придется пережить все заново. Для чего? Ну, какой-то хуй стоит, я вижу. Тогда поищи другой путь, скажи мне, когда на что-нибудь найдешь. Здесь дом. Я знаю, я не знаю, что там. Не бойся. Диллиан. Там что-то есть. Ты видишь это? Нет. Значит, на тебя тоже не видит. Тихо пройди мимо. Потихоньку, шаг за шагом. Где-то слева. А где выход-то, ёпта? Подожди, я проебал выход или что? Ну, мы куда дошли. Оно не идет за мной. Оставь это и иди вперед. Ну ладно, окей. Снова туда. На трэш. Ой, блядь, что это? Ну, они, кажется, они двигаются. Слушай, что такое? Вдох, выдох. Вдох, выдох. Пойдите в пизду. Теперь ты сможешь со мной. You can do this, Anna. Вот хуй идет, ебаный. А их двое даже, смотри. Что это? Прям вообще такое затишье жестко. Кажется, теперь я в доме.
Здесь воняет. Воняет смерть. Даже теперь тебя испытывает тебя. Ну все. В твоей власти. Тихо, успокойся. Тупик. Колодец. Не помнишь, брат, ты уже близко. Ебать ты, смотри. Мои мне. Дилиан. Бежи ему нахуй. Мальчик, отстань. Сына. Дилиан. Это ты? Я вижу свет. Да, тоже тебя вижу. Бля, спасибо, что так ярко. Может, дальний выключишь? Выключил дальний, блядь, нормально. Да, она пропадала. Часы, даже дни проводила в плену собственного я. Во тьме. Ты меня видишь? Да. О, у тебя были открыты глаза. Но теперь на тебя не было. А когда наконец-то тьма отпускала ее, она могла быть где угодно, совершенно не понимая, где она, что-то такое. Когда она приходит, у меня нет над ней власти, но я слышал твой голос, ты вернул меня, но впервые рядом с ней был кто-то, готовый помочь. Сама вернулся обратно. Тебе просто нужна была поддержка и чуть надежда. То я получил возьми меч, или он оставил его для тебя в дереве. Ну, собственно, давай возьмем меч, я думаю, на этом будем заканчивать, потому что серия очень длинная. Odin's blessing to walk a goddess into the halls of Helheim and challenge Hela as an equal. Пегадограмм. В чем? Значит, Дилиан мне помогал. Имеешь в виду меня к нему? Как при нашей встрече? Да, брать меч. Дилиан дал ей силу пройти воинские испытания. Я нашла выход. Ставить свое прошлое, заехать воинам в клане Дилиана. Меч осквернен богами тьмы. Брось его. Нет. Он оставил его здесь для меня. Он хочет, чтобы я взяла его. Ты за это заплатишь. Но даже годы спустя прощальные слова Зингеля тревожили ее. И тьма вернулась с воздаянием. Отец не должен умереть такой смертью.
Берем. Вернусь ко мне. Теперь ты видишь, но как люди страдают из-за тебя. The suffering you've caused. This is your fault. You brought this plague to us. You have blood on your hands. They're coming for you now. They're coming. Давайте оставим следующую серию. Спасибо за просмотр, ставь лайк, подписывайся на канал, тяни сложную неприятность. Спасибо за то, что это делает, поддержка мне и ваша. И продвижение канала. Спасибо, что это делает. В принципе, все, спасибо еще за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Давайте, блин, длинная очень серия, очень длинная.